Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру Hills of Zombie. Да, будем сегодня зомбаков мочить, но для начала мы приобретем с вами ускоритель. Раз и два. А, на второй нам не хватает совсем чуть-чуть денежек. Ну, ничего страшного. Абсолютно не страшно. Сегодня я точно максимально куплю ускорителя. О! Как хорошо. Давай, давай, пробивайся, пробивайся. Да, ускоритель вообще уходит. Ты видел? Он просто отлетает. Максимальное количество ускорителя уходит. Вообще прям заканчивается быстро. Поэтому мы его и приобретем с вами. Ну, давайте внизу поедем. Здесь очень тоже очень колоритно. Зомбаки падают прямо на нас. Ну и будем их мочить. Вот здесь. Не хватило нам ускорителя. Совсем чуть-чуть, немножко. Чтобы наверх-то забраться. Ладно. Хотя есть бензинчик. Будем ехать внизу. Здесь. Тут тоже нормально. Так, давайте, таких зомбачков уничтожим. Так, давай быстрее. Чё, алё? А кончилось топливо, вот поэтому мы и остановились с вами. Ладно. Давайте мне побольше денег. 419 монет. Хорошо. В принципе, нормально, 500 монет. А давайте полностью мы покупаем с вами ускоритель. Все, на максималочке. И давай приобретем трансмиссию. Во! Теперь будем нормально. Мы быстро-быстро далеко ехать, проезжать нашу дорогу. Так, что у нас здесь? Машинка, давай-давай, ускоряйся. Что-то она какая-то медлительная, мне кажется. Во! Да, давай, давай, наверх, пожалуйста. А, нет, еще вниз. Нет, нет, нормально. Все хорошо. Так, автомат у меня работает. Осталось два патрончика. Ох, как хорошо. О, вот это я понимаю ускоритель. Хотя я максимально нажимаю на педальку. Все равно. Вот, и один раз взлететь, и все, закончился ускоритель. Ну давай, давай, ты чё не едешь-то, алё? Я вообще не понял, чё с машиной-то? Я ж нажимаю на педаль. Давай, 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 давай. Да, какое-то волшебство. А, закончился бензин, да я нажимаю. Ага, минус 10, мы зомбаков меньше убили. А и ничего нельзя купить, абсолютно, денег нету. 500 монет это... 500 монет это вообще не столько. Практически. Это очень мало. 500 монет. Давай максимально турбо сейчас раскрутим. А, еще немножко стало даже. О! Мне нужно... Знаешь, что купить? Утяжелитель там есть? Чтобы я лучше текочек купила. Да, давай купим утяжелитель, потому что вообще невозможно ехать невозможно в этой машине, в транзолитике. Все, давай, быстрей. Вот. Скорость наша. Ой-ой-ой-ой, упали. Эти взрывы, бочек. Слишком много бочек, если понаставили. Это, наверное, вот эти зомбаки ходят, бочки ставят. А вот им заняться нечего. Нечем заняться, вот смотри. Я не знаю. Смысл вообще. А, топливо. Топливо закончилось. Все понятно. Все с вами ясно, ребята. Давайте мне побольше денег. Я куплю что-нибудь интересное. Итого у нас 1000. Ага, на 1000 мы возьмем утяжелитель. На остатки мы с вами ничего не купим. Ты шо? Да, все очень дорогое. Ладно, поехали дальше. С максимальным утяжелителем, я думаю, мы не будем так тормозить больше. Будем пробивать все на свете здесь. Вот, заехали, видишь, мы без ускорителя. Все вот эти вот коробки мы пробиваем спокойно. Давай, едем. Колеса могли бы побольше дать, я не знаю.
давай, поехали. Во. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зомбарики. Так, все, ускоритель у нас закончился. О, смотри, видишь, машинка не может проехать через зомбаря. Останавливается. Давай, смотри. Нет, едем. Давай, еще немножко. Хорошо. Так, хорошо, у меня крутилочка еще работает. Все, что такое? Бензин, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же с этим бензином мне делать, когда он заканчивается очень быстро? Так, купить бензин, что ли? Нет, давай я тут броньку закупим. О, зачем покупать бензин, если можно купить бронь? Вот, теперь у меня бронированная максимальная машина. Должны сейчас нормально пробивать этих зомбарей. О, чуть-чуть ускоримся. Ох, хорошо. О. О, давай наверх еще немножко. А, все, закончился. Ускоритель у нас закончился. Так, через зомбарик этого я проехал. Вот такая машина у нас, монстр, да? Сверху скелет, голова скелета лежит. Ага. Да, я пробиваю прям монстров хорошо. Так, бочку проехали. Ну, в принципе, ей не надо, нужна нам эта бочка. А вот ты заметил, у машинки нету шкалы повреждений. По идее, это машинка должна повреждаться как-то. Давай, все, остановилось. О, давай, еще чуть-чуть. Нет, не смогли мы проехать. Ладненько. Все, наличных уже 480 монет. Где-то 800. Ну, давай купим, знаешь что? Приобретем все-таки двигатель. Вот, отлично. Двигатель, он, как сказать, у него КПД выше, коэффициент полезного действия. И он станет с малым количеством бензина, он летит дальше. Видишь, как летели? Все. Тихо. Кто нам тут мешает? Смотри, зомбарик дергается что-то. Раздергался. А мы едем дальше. Сейчас накопим побольше монет. Посмотрим, докуда мы еще доедем. В принципе, с таким крутым двигателем. Ох, нифига, чуть колесо не оторвалось. Не видел? Чуть-чуть не оторвалось колесо. Так, наверх. Ай-яй-яй-яй, слишком медленно. Ну и все. Давайте перевернемся и полежим немножечко на спинке. Один фиг, у нас бензин уже закончился. Итого мы собрали 493 монетки. 500 монет. Копим дальше. Пока ничего не сможем приобрести все равно. О! Поехали! Ох, как хорошо мы летим. Закончился у нас ускоритель. Ладно. Вот эти бугорки мне мешают. Сейчас мы проедем. О, наверх не получится, нет. О, у меня еще и патрончики есть, ребятушки, к вам. Это к вам относится, зомбарики. Патрончики. Все, и сейчас один патрончик последний на этого сейчас. Пульнем и все. Вот такая вот игрушка. Вот такая вот машинка у нас. Угу. Ну, чувствую, что колеса, в принципе, помогают. И двигатель мы приобрели, у него такой взрывной характер появился в автомобиле. Он, допустим, едет и ускоряется нормально, таки быстро. А я пью кофе. Ой, я себе сделал большую кружку кофе. Кофе с молоком. Вкусно. Угу. Так, давайте что-нибудь приобретем. Я предлагаю приобрести бензин. Или лучше даже двигатель. Так, у нас денег достаточно. Давай приобретем двигатель. Более уверенно будем ехать сейчас. А ну, поехали. Так, есть, одного зомбарика мы завалили. О,
полетели с максимальным ускорителем. Далеко проехали, я считаю. Немало. О, как хорошо работает двигатель. Мне так нравится. Машинка ускоряется так хорошо. Смотри. Нормально едет. Хорошо. Прям ее подбрасывает. Смотри. О, видишь как? Давай, ускоряйся. Давай, машинка, ё-моё. Двигатель эти просто так, что покупал. Давай, покажи, когда. Вот, сейчас только что было ускорение. Там. Ускорилась машинка. Хорошо. Так, а ну-ка, сейчас мы тут не застрянем. Ну, зомбари-то вообще... зомбари-то много. Так, все, закончился, наконец-таки, бензинчик. Давайте вернемся назад домой, в гараж. И сейчас мы купим с вами бензин. Да, а где бензин? Вот, у нас 586 рублей стоит. Покупаем, значит, канистрочку бензинчика. О, одно деление осталось. Ну что ж, ребята, я думаю, в следующей серии мы обязательно проедем этот этап. Так что не забывай подписаться на канал, поставить лайк, написать в комментарий какой-нибудь. Ну или просто передать привет, я тебе передам привет в следующем ролике, напиши привет. Вот, также можешь нажать колокольчик. Ну и почаще заходи на канал Duda Play. Всем пока-пока!